Вниманию автомобилистов, 1 сентября в Мурманске будет ограничено движение автотранспорта. В связи с проведением праздника, посвященного Дню знаний, запрещено движение и парковка транспортных средств с 0 до 18 часов по улице Ленинградской, от Воровского до улицы Профсоюзов, и с 12 до 18 часов по улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Коминтерна. Исключение составляют только автомобили со спецпропусками.